Узнаете? Белку и Стрелку тренировали около года. Приучали к перегрузкам, космической одежде, датчикам, к ограниченности движений, к автоматической кормушке с клейкой питательной смесью, которая не выпадет с гнездом. Итак, снаряжен своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю. В этом лифте уже мог бы подниматься на корабль космонавт, но мы хотели проверить все еще и еще раз. До цветков вокруг планеты. И контейнер на Земле. Он точно приземлился там, где его ждали. И как радостно было встретить путешественниц целыми, невредимыми, жадно вдыхающими земные запахи. На пресс-конференции журналисты узнали, что небывалый биологический опыт увенчался полным успехом и предвидел час полета человека.